Приветствую, меня зовут Валерий Иванов, и сейчас я нахожусь в городе Венеция, Италия. Второй день я наслаждаюсь красотой того, что вижу. Мы ходим по музеям, плавали на Вапоретто, это такой катер, речной трамвайчик. Завтра утром мы выезжаем уже в Хорватию на Адриатическое море, и сегодня же весь день, до конца дня мы проведем в Венеции. Как отдыхается, это просто великолепно. Как я сюда попал? Это уже вторая большая поездка в этом году. Первая была в марте в Таиланд. 23-24 июня наша команда встречалась в Петербурге на конференции. Я не смог поехать туда, потому что мы с семьей поехали путешествовать по Италии. 14 октября нас ждет круиз по Средиземному морю на белоснежном лайнере. И опять собирается вся наша огромная международная команда, где будут люди из России, Греции, Швеции. Будут наши американские партнеры, те, с кем мы работаем, наш спонсор Дэйв, лидер нашей команды Илья Манин, ну и все мы, все те, кого я знаю лично и с кем знаком по интернету. Что нужно делать, чтобы жить такой жизнью? Что можно сделать каждый для себя, чтобы путешествовать несколько раз в году, причем такие большие туры, как Таиланд или тур по Европе или круиз на белоснежном лайнере по Средиземному морю? Нужно выполнять простые правила, присоединиться к нашей команде, понять механизм движения денег внутри нашей системы, научиться работать, научиться управлять и начать жить совершенно свободной жизнью. Мои партнеры увольняются с работы, уезжают в другие города, в другие страны, жить насовсем, имея в руках только компьютер с подключенным интернетом и карту, чтобы можно было снимать деньги, я имею в виду пластиковую карту. Все это произойдет с тобой, если ты будешь выполнять самые простые правила. Изучать материал и делать то, что делаем мы, потому что мы этот путь уже начальный прошли. И мы сейчас находимся на совершенно другом этапе развития. Мы смотрим смело в будущее. Мы видим то, что происходит с людьми, когда они меняют свое отношение к миру, свое отношение к деньгам. В этот момент мир вокруг нас тоже меняется. Мы сами для себя формируем то состояние, в котором мы хотим жить. Пиши мне, мой скайп внизу. Всего хорошего, до новых встреч, Валерий Иванов. Пока!